Это не сухая лекция, а настоящий мастер-класс от ведущих профессионалов своего дела. Строительный холдинг «Велком Групп» пригласил в гости студентов строительного и технологического колледжей, а также политехнического института. В качестве площадки выбрали инновационный строящийся объект – дом на Коломенской. Мы понимаем, что они спустя сейчас год-два придут работать, в том числе и в нашу компанию, а нам нужны высококвалифицированные, пусть и молодые, но знающие и умеющие работать с современными материалами, с современной техникой. На время проведения мастер-класса строительные работы на объекте были отложены в целях безопасности. Благодаря этому студенты смогли задать интересующие их вопросы специалистам всех уровней, а также попробовать свои силы в укладке современных керамических блоков. Я первый работал с подобным кирпичом. Он получается, хоть он больше, но тем же самым и удобнее для меня. То есть это получается, он как конструктор, ты можешь положить раствор, очень легко наносить. Ты не на глаз примерно там накидываешь, а уже точно все по ГОСТу. Мастер-класс вообще супер, очень интересно, я бы еще сходил на такие подобные семинары. Мастер-класс для ребят провели специалисты ведущей австрийской компании Wienerberger, которая существует более 200 лет, сотрудничает с 30 странами мира, а также имеет порядка 200 собственных заводов. Именно их материалы используют в работе строительный холдинг «Велком Групп». Это экологично. Во-первых, здесь что используется? Здесь используется глина, вода, трепел и опилки. И все, и происходит воздействие термического, то есть огнем обжигается. По сути, мы используем самый первый строительный элемент, который был вообще произведен в мире, это кирпич. То есть здесь уже он более инновационный. Стоит отметить, что холдинг «Велком Групп» является первопроходцем в Рязани в использовании экотехнологий. В «Велком Доме» нет пластика. Зато здесь стоят современные деревянные окна, каменные подоконники, стены отделаны известковой штукатуркой. Здесь прекрасная шумоизоляция и улучшенные керамзитобетонные стяжки. Здесь человек платит за комфортную, здоровую среду для своей жизни. Мы понимаем, что квартиру мы покупаем не каждый день. И там не меняем их, как перчатки. Покупаем один раз. А это, скажем, любой объект, который построен в рамках green building или зеленого строительства, это объект, с которым не хочется расставаться. Напомним, что подобные мастер-классы строительный холдинг «Велком Групп» организует регулярно. Они уже рассказали рязанским студентам о технике безопасности при работе на кране, а также провели занятия на дороге в городе Рыбное, которую компания построила в прошлом году. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».